Всем привет! С вами Мила, и мы продолжаем играть в Ведьмака. Так, на чем мы остановились? Надо бы вспомнить. Чего, куда нам идти надо было. Ведьмачьи секреты. Я отправлюсь в зиму, идя по следу Саламандр. Ну, понятно. А, нам уже в зиму надо что? Так, Беренгар убежал от Саламандры, скорее всего, нашел способ войти в зиму. Хорошо. Короче, нам по-любому нужно... А, рассказать Шане. Да-да, к Шане же мы шли, я и забыла. Так, Шане, мы тут. Говорим? Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. Да не все хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в зиму. В этой деревне меня больше ничего не держит. Ну, конечно. Меня тоже. Идем. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. И все, что им понадобилось, была ненависть, подлость, алчность и заносчивость. Да. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Пойдем. Вызима ждет нас. Наконец-то мы идем в зиму. Я должен добраться до ворот, ведущих в зиму. Ага, окей. Идем. Так. А что, мы вместе с Шани, да, идем? Окей. Ай, гули достали. Так, я хоть правильно идут? К нам в эту сторону или в эту сторону? Непонятно. Ладно. Пойдем. Так убьет сначала гуля. Да убей ты его. Да убейте уже его. Ты чё? Наконец-то. Не прошло и года. Свежие могилы. Похоже, чума нанесла здесь сильный удар. Быстрее, Геральт. Давай уйдем из этого проклятого места. Вызима ждем. Да идем, идем. Только я не знаю, в какую сторону лучше. Потерялась. А где она? Она что, с нами не идет? Или я неправильно иду? Одно из двух. Перечатый меч. Че он с мечом бежит?
Наконец-то спрятал. По-моему, я неправильно иду. Фиг пойми. Спать хочу. Пустишь меня? Проход воспрещен. Тут ты ешь кинкот. Если у тебя есть грамота, найди Миколу. А, мне надо к тем воротам. Вот же зараза. А, по берегу пойдем. Раз такое дело. Эй. Ну, ты чё? Ой, нет, я не хочу с вами драться, отстаньте. Нет у меня времени на вас тратить еще. Ой, Баргес там. Можно я его стороной обойду? Нет, походу не получится его обойти. Ох, ничего, я его с удара. Непонятно, куда идти-то? Топса здесь. Когда уже утро настанет? Ну? Мариборские ворота. А где мне Мику? Слишком мало платят за такую работу. Во куда надо было. Дошло. За этими воротами вы зима. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Я надеюсь. Тоже. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Миколу впустить нас. Пошли. Идем. Ну и да. Вход на мельницу. Что за мельница? Ага. Ага. У меня есть пропуск. Впусти меня в Вызиму. Я хочу сказать. Я. Мне. Очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Милздар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милздарь, сержант! Ведьмак! Грязный выродок! Богохульник и фальсификатор! Он спрашивал, кого опускают в город, потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Анда! Ой, драка сейчас будет. Обалдел, что ли? Сдаваться решил? Ой. Ну ты вообще красавец. Темница вообще. Темница, прям вот всю жизнь мечтала о темнице. Глава вторая. Офигеть. Только вторая глава. Сколько всего здесь глав-то? Ё-моё. Надеюсь, не 10. Выпустите меня! Я не виновен! Эй, тюремщик, ну хоть переведи, ну не хочу я с политическими! Можно паршивить! Я честный вор! Выпустите! Заткни пасть! Я занят! Юс, тише!
Хочешь моей смерти? Этот вор мешает. Вот-вот, вор, а сижу с политическими. Заткнись, сказал. Не ори, или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, черт побери. Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Юс, открой камеру. Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Профессор, на выход. Свободен. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь, это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи. Буду ждать. Ну-ну. Так, и чё? Чтобы найти врагов профессора, я должен поговорить с тюремщиком Юзом. А с этим можно поговорить? Успокойся. Да я спокоен. На, спокойно. Ну и ведьмак спокоен. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Мне всегда нравились игры, а Юс позволил мне взять с собой кости. Мы нашли игрока. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Ну давай. Не ахти. Так, у вас пару противника сета вообще шикарно. Ну, шестерочка, выпади, ну пожалуйста. Ага, хрен. Проиграли. Следующий раунд. Опять две шестерки, две однерки. Так, у вас две пары. Противник кассет, да, да вы обалдели. А можно все перекинуть? У меня две пары, у него сет. Чё мне терять-то? А, Геральт выиграл. Так, дальше. Да уж, нехти. Нехти. У вас пара, у него две пары. Шикарно вообще. Так себе. Вы проиграли, шикарно. А можно еще разок? Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы и половины царства в придачу? Остряк. Следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше?
Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой? Угу. Этот здоровяк? Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права, даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. Эй, эльф, я должен сразиться с силачом. Подожди, силач, мне надо сначала у этого выиграть. Мне всегда... Так. Надо выиграть у него. Кровь из носу. У вас пара, у него две пары. Ну, вообще, ну как это назвать, я не знаю. Неудачностью. Так, две пятерки, хорошо. Блин, и у него две одёрки. Но я выиграл все равно, да? Окей. Дальше. Так, у вас две пары, у него сет. Ах ты, зараза. Может, все кинуть или одну? Давайте так. Я выиграла. Выиграла. Так, ладно. Чё я там с ним должна подраться? Ой, ёшкин кот. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен. Что ж, начнем. Как грубо. Да бей ты его. Что-то с этим надо делать. Пришла твоя смерть. Ударь его сильнее. Давай, бей его. Болваны. Да бей ты его по морде. Вот, молодец. Молодец. Ах ты, собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Я спас тебе жизнь. С кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. Угу. Следующего раза не будет. Я должен поговорить с Винсентом. Так, как это делать? Поздравляем. Ты выиграл право убить монстра в канализации. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот. Я могу его взять? Возьмешь его у Юза, потом заберешь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет потом. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу сделать. Должен поговорить со скучным краденого, у которого нашли меч ведьмака. Окей. Мой меч. Где же он? Быстрее, у меня мало времени. Ах да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой. Обязательно. А потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет. И он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует.
Если хочешь сделать все правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть вязы. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Ага. Только сначала тебе придется пережить встречу с Кокатриксом. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте. Канализация. Фу-фу-фу. Оу. Фу-фу. Фу-фу-фу. Нам дали серебряный меч какой-то новый. Я надеюсь, он будет посильнее старого. Да, нормально так. Нормально он так. О, так у нас ничего нету с собой, получается, да? Так, и чё, куда нам? Это ещё кто? Что ты за существо? А, ведьмак. Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт, ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Ты пришел за Кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков? Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии, и уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Договорились. Идем. Веди, ведьмак. Всегда старайтесь использовать серебряные мечи в схватках с магическими тварями и чудовищами. И не забывайте использовать остальное оружие против людей и животных. Должен найти гнездо Кокатрикса и канализации и убить его, я так понимаю. Ну ты, чё ты? Достань меч! Прикалывается, что ли? Пылающая роза! Так, куда нам пойти? Наверное, сначала сюда. Так, что здесь есть? Куда мне столько факелов? Вы чё? Решетка заперта. Хорошо. Так, подождите. А как? А, понятно. Так, ладно, пошли дальше. Глянем, что в этой стороне. Темновато, конечно, без факела.
Так, здесь тоже закрыто, да? Хорошо. Ну, тогда идем туда. Вы неизвестное растение. А, вы не сможете срывать неизвестное растение. Ну, правильно, мы же его не изучили. Все логично. Так. Место силы. О. Что будете делать? Ну, давайте. Ритуал проведем. Что-то улучшили или нет? Так, я правильно иду? Что да? О, как вас мало. Это он так рычит. Жесть. Как он выглядит-то хоть? Вход на территорию канализации под храмовым кварталом. Что, сначала направо-налево? Направо, потом налево. Бочка. Я сначала налево, потом направо. Мешок. Решетка. Чё, мешки? Доска какая-то. Или что это? Заперто. Что тут везде заперто? Труп рыцаря. Неизвестное растение. Ага. Хорошо, он хоть нам освещает этот путь. Заперто. Ну хорошо. Заперто так заперто. Теперь идем направо. Так, сначала сюда. Тут опять решетка неоткрываемая, наверное. Ну, спускайся. Заперто. Кто бы сомневался. Да запрыгивай ты. Ох, ё-моё, напугали. За победой! Ничего себе, я их раскидываю с одного удара практически. Жуть. Бочка, бочка. Да куда мне столько факелов-то? Так. Гер! Осторожнее сзади! Ту ёшкин кот сзади. Что там, как Атрикс? Яд. Нет, надо силовой стиль. Нет, силовой не подойдет. Меч ордена! Да, быстрый стиль лучше. Ох, он травит, смотри. Жесть. Сейчас убьет стопудово. Он его убил, представляете? Жестоко. Так, да уж. Кокатрикс мертв. Живой? Теперь давай выйдем на поверхность. Подожди. Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Так, мерзость, это хорошо, мне надо восстановиться. У меня есть чем восстановиться? Кошка. Кошка. Пурга. Надо было все это выпить, я что-то не выпила. Ну ладно. Так. Мне нужно предоставить институт доказательств убийства Калкатрикса. Да, предоставим. Так, а я что-то... Можно я сюда схожу? Так, все же надо восстановиться побольше.
селитра нет, это мы есть не будем. Два раза есть особо ничего. Медовые соты. Это можно съесть? Можно. Костер, бочка. Что в бочке? Монетки. Больше кушать нечего. Гусиный жир, шлифовальный. Письмо рыцарю Эрику. Забавно. Так. Это очень забавно. Мне бы еды, чтобы восстановиться, а? Здесь нет еды. Эй, ну ты куда? Здесь только монетки. Ну ладно. Что-то я не пойму, куда я иду. А где он? Где этот чувак? Я здесь была? Что-то рычит. Что здесь так темно и страшно? А, вон он. Мы здесь были. Похоже. Ну давай, иди. Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Какие еще нафиг шаги? Волосый ублюдок! Босс был прав, как всегда! Убить его! И рыцаря тоже! Я не восстановленная, вы че? Да убей ты уже его. Обалдели, что ли? Вводите режим медитации для распределения очков. Твои друзья? Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня, один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Изиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко, ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ. А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид. И спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме. Окей. Останки. Когда я выберусь из канализации, надо еще обязательно зайти к Юзу за своими вещами. Да, за вещами надо зайти, это обязательно. Решил пойти к частному сыщику. Ха-ха. Ну да. Решетка открывается? Нет, не открывается. Выход в храмовый квартал.
Да. Храмовый квартал Вузимы. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Да, но мне сначала надо за оружием зайти. За вещами своими. Так. Надо глянуть, куда это надо идти. Что за ключ? Открывающий вход в канализацию. Так. Задание. Канализация. А, это не задание. Это информация. Так. Я решил пойти к частному сыщику. Когда я выберусь из канализации, надо еще обязательно дойти к Юзу за своими вещами. Да, вот это обязательно надо. Я должен поговорить с Винсентом о саламандрах. И надо отправиться к Талеру и расспросить его о серебряном мече. Дальше, чтобы найти врагов профессора, я должен поговорить с тюремщиком Юзом. Господи, сколько же всего. Я должен поговорить со скупщиком краденого, у которого нашли меч ведьмака. Мне нужно предоставить Винсенту доказательства убийства Катрикса. Жуть просто. Как мне туда попасть? Можно узнать? Расскажите, покажите. Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Ну, надо-то надо, но не сейчас же. Без вещей, без всего. Улица Канатчиков. Так, ладно, улица Канатчиков. Улица Лечебницы. Снаряжения нет свободного места. Паника, паника. Так. Спать хочу. Улица Коробейников. Так. Как-то правильно иду, вроде бы, да? Толк с тобой говорить. Более или менее правильно, да? Чемница пророка Лебеди. Лебедь? А, вот здесь Талер, да, живет, хорошо. Тут мы еще успеем зайти. Дверь в темницу. А, вот сюда нам что? Так, сначала к Винсенту. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущобах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков, на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня, насладись своей свободой, а завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Я могу доказать, что убил Кокатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аренов. Ты их заслужил. Круто. В твои задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение, и все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах.
Возможно, стоит проверить, что происходит по ночам в складских помещениях в трущобах. Я получил свое вознаграждение. Ого, мы богаты. Так, Юс. Так-так, ты убил Кокатрикса. Именем короля Фольтоста я объявляю тебе помилование. Наконец-то закончится этот маразм. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за голову Кокатрикса. Винсент целыми днями ждет такие трофеи. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Давай, ведьмак, забирай свои манатки, а я пока посмотрю, что мы тут конфисковали. Очень неплохой товар. Уе. Вообще. Вообще. Черт. Забористая штука. Какая штука? Не твое дело. Я просто... Нюхнул чего-то. Че ему дать? Так, должен забрать свои вещи из сундука, на-на-на, траля-ля. А че ему дать? Черный порох, селитра, кремень. Гусиный жир. Черника ему явно не нужна. Че ему дать? Драгоценный камень. Так. Че ему дать? Порох, может? Нет? Стой, так. Почему профессора освободили из тюрьмы? Саламандру-то? У него могущественные друзья. Пусть это будет для тебя предупреждением, ведьмак. Не доставай тех, у кого больше власти, чем у тебя. Ты считаешь, мне стоит походить на городских стражников и выпускать преступников каждый раз, когда какой-нибудь влиятельный придурок достанет кошелек из кармана? Замолчи! Ты все еще под наблюдением. Кроме того, это было совершенно законно. Кто-то внес за него залог. И кто же этот неизвестный благодетель? Не знаю. Деньги перевели из краснолюдского банка Вивальди. Проследить невозможно. Хватит. У меня и так могут быть серьезные неприятности из-за этих разговоров. Ты простужен? Ничего не знаешь о жизни. Я знаю достаточно. Физштег можно употреблять разными способами. Говорят, лучший – это отвернуть кожу. Где? Там, где можно отвернуть кожу. Именно там. Да ладно. Но если будешь покупать физштег у кирпича в кудлатом мишке, не говори, что это я тебя прислал. Окей. У меня есть пара вопросов. Спрашивай. Видимо, Фольтеста окончательно достали саламандры, если он объявил награду за голову профессора. Это не королевское золото. Частный взнос. Интересно. А еще платят за значки саламандр, которые снимают с трупов этих бандитов. У меня вроде бы были. И кто же этот загадочный филантроп? Я не могу тебе сказать, кто платит за значки саламандр. Но, знаешь, его человек проводит вечера в таверне. Я проверю. Понятно. До встречи. Ему надо фишток принести. Я должен поговорить с краснолюдом Вивальди. Я должен поговорить с посланным человеком, который борется с саламандрой. Я найду вечером в таверне под кудлатым мишкой. Забавно. Так, а где мои вещички? А, здесь. Окей. Хо-хо. А что-то у меня как-то места нету. В принципе, я же все равно сюда вернуться должна. Буду. Да? По идее. С пленок. Я все равно сюда вернусь и заберу потом. Наверное, не знаю. Он же не продаст?
Эй, ты же не продашь, чувак? Ты же не вздумаешь продать? Так. Ладно, на этом я буду заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем. Всем пока.